Батарейка садится. А, да, сервизы. Сервизы – это наше все. Куда же без сервизов до сих пор хранятся фарфоровые. Пошла стилизация бытовая. Чемоданы, холодильники, пылесосы. У меня такой зелененький пылесос до сих пор живой. И, между прочим, он работает. Лучше, чем современные китайские. Если, конечно, его там смазать, проверить, бла-бла-бла. Это самогонные бутылки. Кораблики, термосы. Вот термос, кстати, у меня тоже старый, еще жил до сих пор. А вот эти облетенные бутылки, это вообще легенда. Для Массандры. Для тех, кто в теме. Лампочки, куча всяких разных самоваров. Ух, и нифига себе, самовар, всем самовар, самовар. Самовар, самоварище. И сундуки. Так, комнаты быстро смотрим. Блин, ну я бы туда, конечно, залезла, сыграла, но сказали, нельзя экспонаты трогать. Фикусы искусственные. Блин, он какой-то очередной по телеку передает. Слушайте, классно сделали. Да, вот такие вот, не пойми из кого. Так, все, батарейка сдохнет сейчас. Быстро-быстро досматриваем. Что тут у нас осталось? Деревенский быт. Прялка. И это, видимо, не иначе, как Кремль.